Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу, Спасителю. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Поздравляю всех с новым месяцем наступившим. Сегодня 1 Ава. Вот, и начинаю месяц с хлебопреломления. Вчера вечером в эфире также был и преломляли хлеб мы, да? Вот, кто был в эфире сегодня, вновь берем хлеб. Вот, плод виноградной лозы. У меня сок виноградный. Тоже налейте себе вина, вот, или сока, или просто воды даже, и хлеба, и совершим причастие, но чуть позже. А вначале прочту из Слова Божьего. Псалом 80. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Асафа. О, прекрасно. Особенно прекрасно на Гевском орудии. Слушайте, представляете? О, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо. О, Голиаф, помните, был из Гефа. И не только голову отсек Голиафу, этому нечестивцу, но и орудия гефские взяты были. Музыкальные инструменты эти, и на них славился Бог всемогущий. Аллилуйя. Радостно пойте Богу, твердыне нашей. Восклицайте Богу Иакова. Аллилуйя. Великий Бог Израиля, великий Бог Израилев, голос Его слышен, в силе Его слов, великий Бог Израилев. И возгремит Господь гласом славы Своей. Аллилуйя! Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. О, это прекрасно. Представьте, сколько музыкальных орудий, инструментов было. Там целый оркестр. И здесь выходит как дирижер, начальник хора. Он не только хора, певцов, дирижер, начальник, да, но и начальник всех этих музыкальных орудий. И он говорил, возьмите псалом, псалтирь, дайте тимпан, тимпаны. Сладкозвучные гусли с псалтирью, и все зазвучало, 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 как океан, как море. И дальше, о, прекрасно, трубите в новомесячье трубою. Зазвучали, зазвучали трубы, шафары, трубы звучали. В определенное время написано, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав для Бога Иаковлева. Прекрасные уставы, прекрасные законы Бог нам дает. Славить Его, хвалить Его, что... О, более прекрасных законов просто невозможно себе представить. Более прекрасных уставов невозможно себе изобрести. Просто Бог дал нам самые прекрасные законы, самые прекрасные уставы. Хвалить и славить Его непрестанно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, Боже всемогущий. За Слово Твое, которое есть жизнь наша, Господь, благодарю Тебя за этот месяц наступивший. Благодарю Тебя, Бог всемогущий, за это счастье жизни. Благодарю Тебя за все. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аминь, аминь. И, о, благодарю Бога всемогущего, Боже, благодарю Тебя за наступивший этот месяц Ав. Дамы и господа, братья и сестры, это уже пятый месяц нашего календаря. Пятый месяц, начало пятого месяца, сегодня первое новолуние, первое число месяца пятого. В Библии он называется просто пятым месяцем.
А в традиции народной еврейской, еще от Вавилонии идущей, мы его называем месяц Ав. Ав. Ну, много несчастья было в этом месяце в еврейском народе, но и много утешения также. Вот, и Туби Ав хотя бы вспомним, полнолуние этого месяца, предстоящее нам, оно просто, ну, некогда, в древности, есть такие исторические упоминания интересные, это был самый радостный или один из самых радостных праздников вообще в истории Израиля. Но омрачено вот новомесячие тем, что умер Аарон, праведный, да, ну и 9 Ава, начало месяца, ознаменовано вот воспоминанием этих трагедий, разрушений первого храма, второго храма. Это... Извините. Конечно, вот эти вот трагедии вспоминаемые, знаете ли, это омрачает этот месяц, с одной стороны, но с другой стороны утешает нас то, что, несмотря на наши грехи, по которым был разрушен и первый храм, и второй храм, несмотря на всевозможные эти вот проблемы, Бог верен своему слову, Бог верен своим обещаниям, и Он, по милости своей, дал нам третий храм, дал нам привилегию быть частью третьего храма. Третий храм Божий созидается уже 2 тысячелетия, дамы и господа, братья и сестры. Уже на протяжении 2 тысячелетий созидается святой храм в Господе из живых камней, которые есть верующие, возрожденные свыше люди. И это потрясающая стройка тысячелетий. Стройка тысячелетий. Куполом этого храма является сам Иисус Христос, завершением. Фундаментом этого храма, безусловно, камень, отвергнутый строителями некогда, но ставший главой угла, это от Господа, это дивно в очах наших, это сам Иисус Христос, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И весь этот храм святой в Господе, это Иисус Христос, это живой Спаситель наш, это тело нашего Мессии, Машиаха, Иисуса Христа, Иешуа Машиаха, это его тело святое. Аллилуйя! Великая честь быть клеточкой в его огромном этом организме, живым камешком в этом камне, этим живым камнем в этой стройке тысячелетия этого храма святого в Господе. И этот храм завершается, этот храм строится прекрасно. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Аллилуйя! Дамы и господа! 5 столетий последних наиболее, мы видим, эта стройка продвинулась. Эпоха Великой Реформации. Была эпоха Великой Деформации, деградации. На этой стройке был и застой, и казалось, все проще снести и заново что-то строить. Но нет, дамы и господа, Бог верен своему слову, Бог верен своему обещанию, Бог верен своим обетованиям, Бог верен Библии святой своей. И Он продолжил строительство. И 5 столетий назад на стройке этой, где, казалось бы, все уже заросло, и все уже превратилось в благострой, и проще снести все это, как говорится. Но вдруг закипела вновь работа, дамы и господа. И вот за эти 5 столетий эпоха Великой Реформации, мы видим, много что восстановилось. Потому что реформация – это не выдумывание чего-то нового, дамы и господа, братья и сестры. Это возвращение к хорошо забытому старому. Это восстановление, возрождение, покаяние, тшува, метаноия. Это все реформация. Реформация. Восстановление. И один из отцов древности, Киприан Карфагенский, архиепископ Карфагена и лидер Северной Африки в 3-м столетии нашей эры, он утверждал: «Экклезия семпер реформанда», церковь непрестанно реформируется. Ведь если не реформируется, то деформируется. Диалектика, господа, мы движемся либо вперед, либо назад, либо развиваемся, либо деградируем. Но церковь Иисуса Христа ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед с Иисусом вместе, в Иисусе, в Нем, в Господе нашем, с Ним вместе, аллилуйя. Он с нами во все дни до скончания века. И возьмите хлеб, возьмите вино, возьмите, вот я взял сок и хлеб. Если нет сока даже у вас, просто налейте воды и возьмите хлеба и провозгласите победу Господа и Спасителя Иисуса Христа. Провозгласите эту победу. Аллилуйя, аминь. Скажите Господу: благ Господь ты, слава тебе, Господь, слава тебе, Царь Вселенной. Поблагодарите Его за все. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы. Благословен ты, Господь, Бог наш. Аллилуйя, аминь. Царю небесный, утешителю, дух истины, ты, который везде пребываешь и все собой наполняешь,
сокровищница благ и жизни подателю, ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, слава тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала и слава и честь и поклонение тебе, только тебе. Наш Бог, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог, возлюбивший этот мир, Бог, отдавший Сына Своего Единородного Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава, слава Тебе, Господи! Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, Царь Великий, Царь Всемогущий. О, благословен Ты, Царь наш, в начале этого месяца. Сегодня это 1 Ава, Господь. 5778 года, от того дня, как Ты сотворил этот мир, Господь, и благословляя великое имя Твое, Ава, Отче, Папочка, Отец мой, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава Тебе, Господь. И сотвори, Господь Божий, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаше сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Вкушая тело Твое, я кость от костей Твоих, плоть от плоти Твоей. Я и Ты, Ты и я. Мы одно. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! 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 За Голгофу и за кровь я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь. Благодарю Тебя, Иисус и Христос, Спаситель мой. Благодарю, о Дух Святой, Утешитель, Бог Господь Святой. За все я благодарю, за все, за все, за все, за все я благодарю. Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благослови народ Свой миром, благословляю всех вас, благословляю сейчас свою семью, жену, детей, внука, благословляю всех во имя Иисуса Христа. Благословляю ваши дома, родных и ближних. В этот наступивший месяц пусть
пусть будет много утешения от Бога, благословения, здоровья во всех сферах благословений Божьих, процветания, финансового благообеспечения во имя Иисуса Христа. О, Бог умножает утешение и благодать свою увеличивает. Слава Богу всемогущему. И с наступившим новым месяцем Ав. Пятый месяц, согласно Библии, от месяца нашего выхода из рабства, от месяца нашей свободы, от месяца Нисан или Авив. Аллилуйя! Спасибо, Господь! Спасибо! Ведь о месяце том Нисан или месяц Авив, первого месяца, Бог сам сказал всемогущий так: «Месяц сей да будет у вас начало месяцев года». И вот мы и отчитываем таким образом. Есть осенний Новый год от сотворения мира. Он тоже Новый год. Рош ха-шана. Шахана това. Когда мы поем, да? Когда мы желаем сладкого Нового года, яблоко окунаем в мед, рыбья голова. Многие так, почему рыбья голова? Ну, а потому что... Ну, вообще голова. Мы готовим голову. Почему? Потому что, ну, как бы указание, что мы должны быть головой, а не хвостом. Ведь, согласно Библии, Бог нас вот так благословляет. Гранат разламываем. Говорят, 613 косточек, соответственно, заповедям в Старом Завете, в этом Завете. Интересно. Много красивых традиций. Но самое главное – библейская традиция. А библейская традиция самая великая в этот день. Он называется вообще-то не Рош ха-Шана, но Рош ха-Шана – это в народе так мы называем, голова года, да, а предстоящий там седьмой там месяц. А вот, значит, а вообще мы, значит, другим трубами, шафарами, потому что, согласно Библии, это называется праздник Йом-Труа, праздник трубного зова. То есть новомесячие того месяца тоже Новый год. Ну, а сегодня новый месяц, пятый месяц нашего библейского календаря. Поздравляю всех евреев, всех людей, всех национальностей, культур, всех дорожащих Библии как Божьим святым словом. Поздравляю с началом нового месяца и благословляю вас, как говорится, паки и паки во имя Иешуа Машиаха Иисуса Христа. Ведь ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.